В настоящее время в городе-курорте работают 28 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых школьники получают горячее питание. В сеть пищеблоков входят 26 школьных столовых полного цикла и 2 буфета раздаточные в школах номер 1 и номер 25. Более 18 тысяч школьников ежедневно получают горячее питание. Впервые в 2014 году муниципальной программой предусмотрены средства на питание детей из многодетных семей. Увеличено количество учащихся, получающих льготное питание. Сегодня это 2524 ребенка. На сегодняшний момент у нас таких детей из многодетных семей 2524 ребенка. Для комплексного решения вопросов организации питания учащихся в муниципальной программе развития образования заложены денежные средства на компенсацию стоимости питания школьников. В 2013 году на эти цели было направлено 14,7 миллионов рублей, в этом году 39,5 миллионов рублей. Сергей Павлович, большое спасибо. Мы основную массу долгов по питанию закрыли. И сейчас, когда я разговариваю особенно с заведующими детских садов, они говорят, что теперь они могут требовать качества поставляемой продукции. Компенсационные выплаты из местного бюджета на одного школьника в день составляют 9,5 рублей. На ребенка из многодетной семьи – 22 рубля 25 копеек. Стоимость завтрака в общеобразовательном учреждении – 35 рублей. В качестве дополнительного питания школьники дважды в неделю будут получать молоко. Во втором полугодии на организацию питания школьников планируется направить 13,6 миллионов рублей. На питание детей из многодетных семей – 5,3 миллионов рублей. На обеспечение молоком – 5,4 миллиона. В рамках подготовки к учебному году на ремонт пищеблока в 5 школах номер 2, 6, 9, 12 и 24 потрачено более 2 миллионов рублей. Из внебюджетных средств учреждения образования привлекли на ремонт пищеблоков более 6 миллионов рублей. В этом году на подготовку школ к новому учебному году из местного бюджета будет выделено 52,5 миллиона рублей. Значительное внимание уделялось приобретению нового оборудования, благоустройству территории, улучшению качества питания в столовых и вопросам безопасности. К новому учебному году 11 учреждений приобрели 31 единицу современного технологического и холодильного оборудования для пищеблоков на сумму 1 миллион 770 тысяч рублей, выделенных по муниципальной программе.